шишка, лес густой, пустая тропинка. Бабушка идет больной, девочка с корзинка. У нее красивая красная шапочка, платьице короткое и белые чулочки. Но на беду в том лесу волк маньяк водился, как увидеть девочка, сразу возбудился. И созрел коварный план съесть ее бабушка и ждать бедная девочка, спрятавшись в избушка. Красная шапочка, белые чулочки, собирать корзинка, ягоды, грибочки. Целый бог избушка, съесть ее бабушка, хочет красный шапка заманить кроватка. Волк почти что совершил насилие над шапочкой, платьице помял, грубил и порвал чулочки. Но на счастье мимо шёл охотник и собака, чум избушка он зашёл и убил маньяка. А шапочка полюбила его и спалила, и теперь сидит в тюрьме он за педофилия. Смысл сказки этой прост, как резинки контекст. Уважайте, граждане, уголовный кодекс. Красная шапочка, белые чулочки, собирать в корзинка, ягоды, грибочки. Целый волк избушка, съесть ее бабушка, но охотник добрый вспорол ему брюшко. Целый волк канава, доедают мухи, и в тюрьма охотник пухнет с голодухи. Доброй детской сказки нет ценней науки, все-таки какие все вы бабы.